выезжаем с Архангельска, едем с Саней на рыбалку в Луду. Сейчас он ищет по Тунгису, где живет Ванька в Северодвинске. Сейчас, наверное, найдет его. Едем на Нежскую трассу. Говорят, дорога очень плохая. Забрали Ваньку. Встали на Нежскую трассу. Едем в направлении Луды. Прибыли в Луду. Ванька пошел покупать путевку. В городе не успели купить. О, здорово, друг. Барбос. Пришел гость Барбос к нам. Машин стоит немного. Даже стоит машина МЧС. Сейчас будем думать, где выходить. Или у причала. Или пойдем там к болоту. Пойдем через болото. Все, поставили машину. Готовимся к выходу. Собираем барахло. Пьем кофе. И выходим. Ванька уже по кофейку. Машин на стоянке немного. Там чуть подальше стоят внедорожники через ручеек. А легковушки все стали здесь. Ну все. Идем на водоем. Пришли на свою точку, а там нет воды. И пока пришли на канал к ручью. Тут толпа небольшая, сидит народу. Слушает музыку, тоже ничего не клюет. Ну, мы сейчас порыбачим до начала прибылой. И пойдем на свое место. Ну, раз пока рыба у нас не клюет, решили мы поклевать. Затопили другу печку. Жарим колбасу. Делаем яичницу. Сейчас перекусим. И вода, может, повернет. И рыба придет. Приятного аппетита, пацаны. И вам. Вода пошла на прибыль. Пришли на свою точку перспективную, так сказать. Лед был на дне. Стал его быстро отрывать, и глубина уже сантиметров 40. А навага что-то не пришла пока что. Зато обрубились. Ну да, все обрубились. Вот. Навага такая среднемелкая. Ну, ждем. Может быть, довонет воды сильнее и навашка подойдет. Уже начинает немножко расцветать. Поднялся ветерок. Время уже больше пол воды прибылой. Клевало вот до пол воды чуть-чуть. Подергали. Вот такая есть навашка неплохая. И все, как обрубило. Но здесь стало глубоко. Надо идти искать где-то помельче. Вот. Рыба не клюет. Решили пока поесть сами. Потом будем думать, двигаться куда-то. У нас ранний завтрак. Ваньку отправили пока на боковую поспать. Спит на раскладушке в теплом помещении. Ну все, весь народ забегал, кто куда. С канавы идут сюда, от нас идут на канаву. Все болтаются. Мы тоже сменили место. Так, с проверкой. Пришли к самому берегу. Вода полная, лед подняла. Навашка у мужиков поклевывает изредка. Мелкая-мелкая. Ждем поворота воды.
дождались полной воды на своем месте. За последние 3 часа поймали на 3 в районе 10 наважек. Ванька проснулся, вскипятили чайник, завалили термоса. Сейчас идем в район канавы. Может быть, на убылой воде там нам что-нибудь и покажет. А пока по рыбалке неудача. Ну, есть на сковородку каждому. А так ничего особенного. Ну вот, все-таки попали на раздачу. Давай, давай. Убылая вода дала себе знать. Ну, навага в основном мелкая. Саня трос сидит, долбит. Молодец. О. Сейчас на креветку, да? Я на скумбрию перешел. Клетку совает быстро. Тоже нормально. Я на скумбрию, да. А у меня тут скумбрия с перемешкой. Да вот просто весь сюда перешел. Ты что? Ложа не бывает так, что никто еще не видел. Мелочи. Очень много, да, мелочи. Очень понятно, что вырубать. О, клевет. Реально, у тебя на все на скумбре? И вторая тоже, да? А что-то у меня на скумбре стоит, там и ничего. Вот. Ух ты! Ух ты! Туполетик! Красавчик, Миха. Ну вот, потихоньку навага прекращает клевать. Попали на полуторачасовую раздачу, на хорошую. Очень много мелочи, конечно, отпускали. Народ стал потихонечку уходить домой. Через 2 часа малая вода, где-то через час лед ляжет на дно. Ну, мы набили там по пакету по 1.5, нам хватит. Все, закончили рыбалку, пришли к машине, готовим себе ужин. Ехать 4 часа, а то может и больше. Вон ложка возьмешь. А то может и больше. Сейчас сделаем гречку с копченым салом. Вроде бы на рыбу упали, рыбу половили, отдохнули неплохо. Все хорошо. Все отлично. Просто великолепно. Ваня опять как бузяра. Сейчас перекусим и выезжаем до дома. Ну что ты, барбос? Ты его сало съел больше, чем я. Сейчас Саня что-нибудь тебя откусит, там локоть тебя отгрызет, короче. Что там подсматриваешь? Так он запахи поймал, да, вкусные. Запахи поймал. Блин, что тебе дать-то? Ты навагу будешь есть? Эй, мужик, навагу будешь есть? Не будешь? Что ты такой зашуганный, конечно, никто не будет обижать.
съездили уже на рыбалку, сходили в цветочную лавку. Саша накосячил, короче, купил букет цветов, и я вот купил жене букет цветов. Два косяка, короче, ну ладно. Едем домой сдаваться, елки-палки. Вчера по-тихому свалили, сегодня поздно приехали. Да, я обещал, что после обеда вообще приехать. Попытаемся свои грехи замолить. Идем с цветочками.